Привет, еще. Сегодня у нас еще одна новенькая игруха про выживание. Нет, ты, наверное, подумал, что я скажу сейчас про выживание, но хватит уже про выживалок. Про спасение животных. Вот наш главный герой, вот его пёсель, не знаю, его это или нет, и там котел. Ладно, все, погнали. Посмотрим на эту игруху. Вот так вот она называется Animal Rescue. Короче, вот так вот. Так, все, ладно, сюжет пошел. Вот это я на лодке. Или он там на лодке дальше. Или кролик вообще я. Кто я? Тут есть озвучка? You live here. О! Вы здесь живете. Фуэн Ларус. Маленький остров. Какой-то зоопарк. Ковбои какие-то. Чувак, честь отдай... А, нет, он высматривает кого-то. Ананасы там, я вижу, это рынок типа, что ли? Там чувак щупал ящики. Че он щупал? Извращенец какой-то. Так, курочки тут с цыплятами. Красота, лепота. Бабушкина деревня сразу вспоминается. Бабочек много. Все такие счастливые, радостные. This is your home. Это ваш дом. Это ваша жена. Она тяжело больна. Я думал, он сейчас скажет. Это ваше окно. Вы долго пытались найти лекарства? Врачи, целители, лекарства. Ничего не помогало. Потому что все фуфло. Наверное, с Алиэкспресса заказывал. Черный экран — это ход режиссера. Вам рассказывали много историй о ведьме. Наконец, вы изменили свой курс и нашли ведьму. Я изменил свой курс. Как я это изменил? На лодке поплыл вправо, что ли, а не влево? Мы постучались ведьме в дом, но она храпела. Она не открыла нам дверь. С очка давит. Ну и что, я разверну сюда? А, нет, смотри-ка. Двери сами открылись. Она ждала вас. Да, конечно, она ждала. Она храпака давила. Она даст вам медальон. Ваша задача — спасти животных. Херась, там медальон. Сила медальона защитит вас от нападения животных. О, это круто. Теперь он активирован. Вы стали спасателем животных. Из-за этого у вас появились враги. В смысле? Не забывайте, они ищут этот медальон. Возьмите меч. Ведьма смылась. Меч мне отдала и смылась. А вот и враги. Капец, медальон, который помогает спасать животных, за ним охотится. Короче, ведьма меня подставила по-крупному. Вытащить, убрать меч. Это обучение. Атаковать, кувырок, уклон. Короче, я сейчас побыстро ляму все это прочитаю. Вроде бы я прочитал все. Будем методом тыка все изучать. О, как я быстро хожу. Так, пёсель, привет. Погладить собаку, давай погладим. Хочу погладить мопсика. Мопсик-шмопсик. Пёсель нам рад. Он нас не загрыз, это уже хорошо. Мы можем пойти сюда. Подожди, я эти лодки видел. А, нет, это другая пристань. Это другая пристань. С чуваком могу? Перевозчик животных. А перевозчика людей нету, что ли? Так, я понял. Мне здесь делать нечего. Меня тут пошлют подальше куда-нибудь. Без животных я никуда не уеду, по всей видимости. Ладно, пойдем сразимся с этими чуваками, которые хотят отобрать у меня медальон. Я сейчас им надаю мечом. Чуваки, чё, 30 уровень? Да ну нафиг, они ж меня сейчас зам... Или это 30 хп? Чуваки, я что-то боюсь. Я быть... Мопсик, спаси меня, загрызи их, пожалуйста. Фас! Фас атас. Ладно, нифига себе, как ты прыгаешь. На тебе! О, кровищ-то сколько! Кия кунг-фу тут показывает. У него меч, кстати, загорается красным, смотри, когда он махает. А теперь я, смотри. Разбить клетку. Угу. Ломаете мечом клетки и освобождаете животных. Окей. Так, а кто... А, вон клетка, вижу. Окаюшки. Тут пёсель. Разбить клетку. Не вопрос. Кия, я тебя освободил. Теперь ты мне должен по гроб жизни. Взаимодействие с животным. После взаимодействия с животным вся информация о них будет доступна в соответствующем разделе вашего инвентаря. Слушай,
То есть я освобождаю животных, я там занимаюсь, их спасаю, короче. И прикинь, если мне понадобится сила животных, они потом все с леса набегают и начинают грызть моих противников. Я надеюсь на это, что такое будет. Так, ладно, давай повзаимодействуем. Алхимия. Пёсель болен. Нужно набрать трав и спасти его. Угу. Требуется лекарство. Какое лекарство? Подожди, я не прочитал, пёсель, скажи, какое лекарство? Сулин. Пропасу. Господи, откуда такое лекарство-то вообще взять? Фиг выговоришь. Вот травы какие-то есть. А, нет, их надо просто собирать. Таволга. Трава. Я знать-то не знаю. Рудбекия. Ирис. Кто придумал название этих трав? Серпуха. Вот я ее знаю. Серпуха знаю. Может, даже ударение неправильно поставил, но знаю. Годеция. Ну, вроде бы как название растения, оно оригинальное. Еще одна серпуха. Брунера. Так, а сколько трав-то набирать вообще? Ладно, неважно. Венидиум. Хотя, похож он на ромашку. Венидиум этот. Вот это что у нас? Давай заберем. Рудебекия. Рудебекия — название какой-то актрисы. Так. О, роза. А нет, не роза. Что это? Циния. Да уж. А могу вот этот ящик разбить? Ух ты! Ореховый хлеб. Ореховый хлеб. То есть ешь орех, но он как хлеб. Так, ну травы, мне кажется, я в достатке набрал. Возможно, тут есть какие-то тайнички. Например, ящики, в которых хранится ореховый хлеб. Но я думаю, что все, пойдем к алхимическому столу. Вот, это вот, наверное, он, да, алхимический стол. Смотри, зайти не могу туда полноценно. Типа, хочешь войти, нажми на Е. Вот, все, меня на порог не пускает. Ладно. Вот он. Пропрасулин. Ну и название. Предназначено для греческих гончих. Все ясно. Создаем, значит, это лекарство. Создать. Вот, я хочу вот это вот создать. А, смотри, Ириус. И Ирис. Ирис. Ирис без... Да, так, ладно. Что-то меня разнесло. Я хочу... Найти еще один ирис. Вот он, все. Два ириса. Все есть, создаем. Создать. Ага, животные. Животные с красным и желтым знаком. Так, если животное отмечено красным знаком, дайте ему подходящее лекарство, найдите перевозчика животных. А, понятно. Перевозчика мы у животных уже видели. Если животное отмечено желтым знаком, то достаточно дать подходящее ему лекарство. Ну, типа первый пункт. Окей. Так, держи лекарство. Приготовьтесь к переходу. К какому переходу? Смотри, тут еще ящики есть. Ну-ка. Хлеб на закваске. Вот это можно сломать? Нет. Ну, короче, вроде бы пёселя я вылечил. Траву я сейчас тут всю пособираю, поскольку надо будет лекарства делать и для других животненьких. Ну, вроде бы траву я собрал всю на этом острове. Нашел еще пару ящиков. Авокадо. Так, вон там еще ящик. Вот тут еще ящик. Там еще куча ящиков вообще. Капусту нашел. Банана. Где миньоны, которые обожают бананы? Бананза. Все, хлеб на закваске, вроде бы все. Подойдем к этому чуваку, перевозчику животных, и скажем, типа, там у нас гонча есть. Ага, вот точно. Смотри, он просит 50 золотых за перевозку. Перевести выбранных животных. Переместить все за 50. Вот у меня гонча, но он все равно гончу за 50 хочет перевести. Перевози. Перемещение. Ну все. Покинуть место найдите... Гондольера. Ну вот он, гондольер. Отправьте меня в какую-то фигню или отправьте меня в другую фигню. Куда поплывем? В первую фигню или во вторую фигню? Сарвезмайн или Гиуглиагана. Давай в Гиуглиагана. Мне больше нравится это название, потому что я не могу его выговорить. Джульяния. А, это Джульяния называется? Все понятно, это Джульяния. Я неправильно прочитал. Через букву Г. Так, ребят, вы кто такие вообще? Это моряк. Это гондольер, понятно, моряк. Давай поболтаем. Что расскажешь? Станции. Сарвезмайн.
Наумбамбай. Это куда мы можем, видимо, сплавать. Тут такие названия, которые очень трудно выговорить. Ну, по крайней мере, мне. Может, тебе, конечно, легко, и ты читаешь как просто... Просто... Ну, я не знаю. Высший литература-читатель. Все знаешь, как правильно читается, где ударение ставится, как на английском произносится, но я нет. Я не из таких. Так, и что, и какое задание? Мне просто собирать лекарства и спасать животных? Привет, кролик, давай поболтаем. У меня есть медальон, я должен тебя понимать. Нет, кролик меня боится. Ладно. По всей видимости, мы просто путешествуем по островам и помогаем животным. Вот песель, ему нужно лекарство, смотри. Тоже пропрасулин ему нужен. Женщина, здравствуйте, это травник, она продает травы. Ага, логично. Но нам не надо, мы набрали кучу трав на другом острове. Кстати, а ничего, что я тут буду ходить, ящики ломать? Чьи-то ящики? Меня не арестуют? Полицай не... Ананас? Откуда у вас здесь ананас? У вас тут даже пальмов-то нет. Пальмов. Пальмы. Подсолнухи-то какие высокие. Выше меня в два раза. А ты что такой угрюмый? Угрюмый какой-то фермер. А на подсолнечное поле не зайти. А алхимический стол где здесь? Есть алхимический стол? О, пьянь какая-то валяется. Хорошо, что я спасаю не пьяниц, а животных. Здесь еще есть лекарства. Наверное, лекарства мы уже набрали с тобой в достатке. И пошли искать все-таки алхимический стол. Будем спасать гончую еще одну. Алхимический столик, ты где? О, лошади. А ты кто? Нищий. Дать ему одну золото. А, конечно, у меня у самого золота-то нет. Я сам как нищий. Это у нас коник, скорее всего. Кучер. Угу, точно. И он может нас по острову, короче, перемещать на своих конях. Храм Джульяни. Северный порт. Это вот в северном... А, нет. Северный порт далеко от нас находится. Хотя, может быть, я пешком добежал? Нет, я вот тут вот приплыл. Я отсюда приплыл. Так, алхимический стол. Где у вас здесь есть? На районе не подскажешь? Вот он где. Значит, мне нужно, смотри, вот сюда ехать. В северный порт Джульяни. Погнали. О, все, спасибо. Спасибо. Я приплыл, приехал на конь Иш-4. 4 ВД. Еще один песель. Ему тоже лекарство требуется. Доктор Фенит. А ты что, кузнец, делаешь? Он мечи изготавливает. Ага. Но денег у меня нема, поэтому что мне изготавливать? Пойдем. Вот он, алхимический стол. Ты кто такой? Нищий. Понятно. А мне интересно, животные будут деньги давать за то, что я лекарства изготавливаю? Так, смотри. Доктор Фенит, он требует хатьма. Хатьма. Хатьмы у меня нет. Пропрасулин. Хоть я уже читаю который раз пропрасулин, но все равно еле выговариваю его. Вот я его могу сделать, он у меня есть. Можно еще один сделать, чтобы он был в загашнике. Теперь мне нужно найти... Как она трава-то называлась? Хатьма. Какое-то ругательное слово. Ты хатьма. Хатьма. Как она вообще выглядит-то хоть? Женщина, подскажи мне, как хатьма выглядит. Подхожу к женщине. Хатьма, где? Где хатьма? А, к травнику уже можно сходить. Слушай, тут еда. У травника 100% есть хатьма. Показали бы хоть, как она выглядит. Это вот что такое? Брунера. Слушай, я скоро буду разбираться в травах. Надеюсь, что в реальной жизни они такие же. Ну, так же выглядят, как и здесь. Ой. Вы что здесь делаете? Нате. Он блокирнул. Вы что, офигели? Блок ставь. Блок. Вот так вот. Втроем. Они меня сейчас порешат тут втроем. Я убегаю. Что-то в прошлый раз я вас раскидал вообще как нефиг делать. Какие замахи у меня долгие. Почему я так долго замахиваюсь? На тебе. По шапке надо ему дать. Ох, какой замах, но я почему-то замахнулся, но не ударил. Это как вообще? На тебе. И еще разок. Вот это замах снизу. Почему вы не можете порешать друг друга? Вот, один готов, кажется, почти готов. Сбоку ему по печени.
А лекарство. Ребят, подождите, можно я покушаю? Подождите, мне надо восполнить ХП. Еда. Урон плюс 12. Авокадо плюс 12 к урону дают на 25 секунд. Ого. Восполнение здоровья. Вот, я бы вот это съел. Восполнение здоровья. Яблоко. Восстановление здоровья 6%. Ананас. Скорость атаки. Урон плюс 25. О, давай ананас хаваем. Пригодится капуста, чё? Восстановление здоровья. Угу. 9%. Восстановление 20%. Батон меня выручит. И вот этот батон. Я, короче, все схавал. Пацаны, я готов. Вы меня подождали, да, пока я перекусил? Они тоже восстановились, они тоже похавали. Ты прикинь? Нифига себе вы... Так, нет. Рано. Пёсели, вы где? Мне нужна ваша помощь. Наймо! Один скачегрыжился. Ой-ой-ой. Я вроде скорость прокачал, а нифига. Меня сейчас укокошить, пёсель. Черт возьми. Так, бегаем по кругу. Я думал, тут боевка, ну такая себе, а тут рубят нормально так. О, разрезали меня. Вы погибли. Ну, конечно. А чекпоинты тут есть? Ага, точно есть. Здорово. Так, что у меня в инвентаре? Все, что я схавал, у меня осталось. Где лекарство? Ага, лекарство. Мне нужны лекарства. Лекарства где-то же должны были быть у меня. Я же сделал две штуки. Прополиса этого, или как оно там называется. Медальон у меня, слава богу. Черепашка тут бегает. Черепашка-ниндзя почему-то мне не помог. Ладно, пойдем. Мы сейчас узнаем, есть у меня лекарство или нет. Пёсель. Там еще кому-то помочь надо. Мышонку, что ли? Пёсель. Во, да, он у меня остался, этот прополис, или как он там называется. И где-то здесь кому-то тоже надо было помочь. Это кто? Черепашка. Требуется квиксиферген. Квиксиферген. Давай посмотрим, что в ящике. Цветная капуста. Чувак, ты что там, скинуться хочешь? Скинуться? А, он пьяный. Алконавт. Так, мне нужен, короче, кучер. И снова ехать к алхимическому... А, травник. Хорошо, что он тут рядом. Как там? Хан... Какая трава-то нужна мне была? Ханва? Ханва есть! Ой, замахнулся мечом. Как ханва выглядит? Борец. Так, ханва. Ищем. Во! Хатьма! 87 золотых, а у меня всего 10. А можно что-нибудь тебе продать? Во, да, можно поторговаться с ней. Смотри, у меня вот есть вот это вот венедиум. Давай я тебе его продам, но не весь. А штучки две. Так, вот это тоже продать. Две штучки. Вот это две штучки. Почему у меня там чего-то ноль? Это как? Как может быть у меня чего-то ноль? А, хатьма. Понятно. Так, я продал на 84, и теперь могу купить хатьму. 87. Блин, не хватает чуть-чуть. Сейчас, ладно, не проблема. Продать три штучки, вот. Теперь купить хатьму. Купить одну хатьму. Отлично. Теперь нам нужен алхимический стол. И сделать лекарство для пёселя, который там был. На той пристани. Кучер, ё-моё, ну где ж тебя носит? Тут еще одна собака есть. О, я ее вылечил прополисом этим. Так, ладно, давай я тебе дам одну золотую. Может, ты выздоровеешь тоже? Нет, он просто деньги забрал и даже не пожелал мне кучи здоровья, счастья и вообще всего, как обычно это бывает. Так, значит, нам сюда, пожалуйста. Пёсель. А, нет, алхимический стол. Тут у нас пёсель вроде норм. Вот, доктофения ему нужна. Сейчас доктофению я сделаю тебе. Создать. А вот это квиксиферген. О, я тоже его могу сделать. Он нужен был для черепашки. Отлично. Все, все есть. Пёсель, держи. Новый уровень. Плюс 20 здоровья, плюс 2 к урону и скорости атаки. Это очень классно. Как мне прокачать мои таланты? У меня есть какие-нибудь таланты? Или я бездарь? Бесталантный. Походу нету, слушай, у меня. Вот талисман могу выбрать.
здесь у меня куча животных. А карта же есть, да, у нас еще? Карта же по-любому должна быть. Да, вот карта. Ну, короче, мне еще пока не сказали, как качать таланты. Пока что я это не знаю. Экипировать. Все, что я могу экипировать, это только меч. Ладненько. Так, ищем еще животных. Ух ты, сколько ты тут трав выращиваешь. Ты же не против, если я возьму у тебя? По-моему, она не против. Котеечке надо помочь. Надинофенид. Нужен котеечке. Пойдем посмотрим, как это лекарство делается. Когда я нахожу нового животного, и ему требуется какое-то определенное лекарство, оно вот тут вот у меня появляется. Таволга. Таволга нужна трава. Две штуки. И тогда я смогу котейке помочь. А что за ковбой вот это вот стоит такой крутой? Рыцарь Бертолеми. Найти рыцарский щит. Он готов купить рыцарский щит за 2500. Новый квест. А где его искать? Нажмите Tab, чтобы отслеживать. Так, я вот... А, понятно. Вот, квесты у нас вот здесь вот. Рыцарский щит. Рыцарь Барт... Понятно. Короче, рыцарский щит находится на каком-то другом материке, на другом острове. Ясно. Что у нас здесь по траве? Серпуха, лилия. А, кстати, я могу посмотреть, что из трав у меня уже есть и что я могу сделать? Нет. Такого нет. А, ну вот, хотя можно, можно, можно. Отлично. Пропросулин могу уже сделать. Все остальное у меня нету. Давай вот этот ящик тоже сломаем. Пойдем, короче, еще раз сюда сходим, где я встретил бандюганов. Их там осталось двое уже. Но они, конечно, мощные. Очень мощные. Либо я очень медленный. Сейчас попробуем им задок надрать. Ого, какая там башня интересная. Я хочу туда сходить. Короче, ходишь, расследуешь территорию... Изучаешь, точнее, и собираешь лекарства для животных. Ну и спасаешь их параллельно. Кия, у меня щит, смотри. Кия. А теперь я промахнулся. И еще удар. Один-то на один, конечно, я тебя размотаю. На тебе. Блок поставил. Блок. Короче, надо просто блоки ставить грамотно, и все. Тебя никто не убьет. Ты как ниндзя. Блок. Ну почему ты вот замахиваешься, но не доводишь до конца свой удар? Такой, знаешь, как будто... Оп! Наконец-то! Подкатился прям под меч. Пойдем со вторым разберемся. Эй, читер! Читер, на тебе! Блок. Ага, еще один удар. Он замахивается, я блокирую и... Я застрял! Почему я застрял? Я встрял. Встрял, но я его вырубил. Четко, все. Они теперь не будут мне мешаться. Вообще мне не нравилось то, что они тут на этой полянке трясутся. Морковка. Что у нас тут? Лимонный чек. Могу подняться на второй ярус. А, там еще пёсель был в клетке. Они, короче, пёселя в клетку, видишь, спрятали. Беги, мой мальчик, беги. Если что, я тебя призову потом. Надеюсь, что я смогу это делать. Снова ореховый хлеб. Пойдем поднимемся на второй ярус. Спрячем меч. Чтобы нас, если что, не наказали. Так, открыто. Я зашел в здание. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Так, давай-ка я вот сюда, наверное, откачусь. Музыка просто... Такого даже у Марвела нет. Музыка-то настолько эпична, что Танос бы обделался от нее, услышав. Так, я, пожалуй, пойду, ребята, пока. Задним кодом сдал. Фух. Что-то они какие-то там сильные. Даже блок меня не спасал. Вроде бы и здесь я все закончил. Пойдем, походим здесь, травушку пособираем. Сундук! Я нашел сундук. Мой первый сундучок. Давай откроем его. Изумруд. Интересно, для чего здесь изумруд? Я могу его продать? О, а там внизу бандиты. Бандиты. А что вы там делаете, ребят? Ну, прыгать я не буду, потому что, возможно, тут есть вероятность разбиться. Хотя, не знаю, реализована эта механика тут или нет. Можно разбиться с высоты. Давай вот тут вот спрыгнем вот так. Не, вроде нет. Погуляем. О, еще один сундук. Погуляем по пляжу. Еще один изумруд здесь? Ну да, прикинь, я предугадал. Банговать умею. Скорее всего, туда можно пройти к этим бандитам вот так вот по берегу. Нет, нельзя. Нельзя. Невидимая стена. Видимо, я боюсь воды. Вообще никогда не моюсь. Я грязный, потный и ужасный вонючка. Олень! А что ты тут делаешь, олень?
Пойдем спросим его, что тебе нужно? Что ты хочешь? Реленформин нужен ему. Ну тихо, не рыгай. Я пойду посмотрю. А что ходить смотреть? Давай посмотрим, что нужно для... Реленформин. У меня нифига нету. Ни мака, ни дельфиниума. Угу. Короче, скорее всего, мне нужно ходить и торговать с той тетушкой, которая продает траву. Хатьму. Хатьму надо. Еще хатьму, черепашка. Тут я ее видел уже. Так. А тут что за рыцарские такие штуки? Привет, песель. Как дела? Что, что, что? Ты ко мне подбегал? А, нет, он просто мимо. Я на его пути встал. Кони, здравствуйте. Здравствуйте, кони. Это кучер? Нет, он вообще даже не болтает. Он не хочет со мной разговаривать. Еще одна черепашка. Песель, приготовьтесь к переходу. Ага. Так. О, там корова. Надо корове помочь. Пойдем-ка. Корова. Что такое, что не так? Малинотелаз какой-то нужен. А тебе чего? Розиминфен. Угу. Страшно, какие-то слова, как заклинание произношу. Сейчас какой-нибудь Волан-де-Морт появится тут из ниоткуда. И скажет, ты меня вызвал. Теперь ты мой подопечный. Теперь я буду сидеть у тебя на башке, как второе лицо. Знаешь, там в Гарри Поттере он уже на башке там чьей-то сидел. Сзади замотанный. Так, тебе чего? Мепронафин. Окей. Верблюд? А ты тут что забыл? Тут же деклоталол. Лол. А курица-то чего? Алвиферол. Рол. Тут, короче, каждое первое животное, которое ты видишь, оно больное тут. Тут всем нужна моя помощь. Я аж так не разорвусь. Подожди. Да я пройду тут. Короче, что происходит вообще с животными? Всем тут плохо. Я как айболит какой-то местный. Так, так, так. Вот это что за трава? Пойдем, короче, к тетушке за травой. Купим у нее дофига травы. И я надеюсь, что я помогу вылечить всех животных. Вот, кучер, кстати. Кучер, отвези меня, пожалуйста. Так, я здесь. Нифига себе, я уже почти добежал. Добежал до середины карты сам, самостоятельно. Трава. А, вот смотри, травный магазинчик. Мне бы вот сюда, пожалуйста. Так, подожди. Травный магазинчик. Я тут добежать сам смогу. Мне только понять, куда. Вот сюда, скорее всего. Вот сюда. Где-то здесь. Поливальня. А что за поливальня? Пойдем сходим. Что это такое? Что это за место? Рикли, войти в сад. Да, я хочу в сад войти, но я... А, так просто не войдешь. Ладно, пустите меня в сад, пожалуйста. Он хочет получить медный горшок. Так, давай посмотрим. Чтобы зайти в сад, нам нужно найти медный горшок. Медный горшок в обмен на разрешение, чтобы в сад войти. Вот как он выглядит, этот горшочек. А находится он в Сарвезмианский лес. Туда, короче, надо. Ладно, я понял. О, свиньи. Что с вами? Что с вами? Воксимозал нужен. Ага, хорошо. А трава-то, травная. Так, здесь нет бандюганов. Я так полагаю, что на этом острове растет не вся трава. И нужно путешествовать по другим островам и добывать ее. Ну, как бы это логично. Надеюсь, что эта тропинка ведет... Что-то она меня не туда ведет, но я, кстати, хотел сюда прийти. Посмотреть, что здесь. А тут, наверное, бандиты. Тут, наверное, бандиты. Открыто. Нарисован замочек, но написано, что открыто. Так, ребята, тихо, тихо. Хорошо, что вас двое. Это очень хорошо. Так, один получил. Я тоже получил от него. Еще получил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Уходи, уходи, уходи. Готов один. И ты сейчас отхватишь. И еще ударчик. Или в воду падай. Еее! Можно меч, 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 меч. А, упал в воду. Но мечи их забирать, по-моему, нельзя. Ясно, в ящиках только изумруды. Угу. Тут у нас тоже есть ящик. Черный хлеб. Артишок. Пойдем поднимемся на второй этаж. Там, скорее всего, тоже бандиты есть. Да, вот один есть. Кия!
Как я на него прыгнул? Блок, не в ту сторону прыгаешь. Все, и сразу разбил ящик еще. Белый хлеб, отлично. Отлично. И что в этом у нас в сундуке? Сапфир, наконец-то не изумруд, а сапфир. Я-то думал, что в ящиках только изумруды. Все, удачно зачистили локацию. Я поверил в свои силы, я могу раздавать лещей этим бандитам и не бояться их. Так, женщина, мне нужно куча трав у тебя купить. Так, сперва давай посмотрим, что мне нужно. Вот это я могу сделать. Вот это могу сделать. Что, я все травы собрал, что ли? Тут вообще дофига трав не хватает. Капец. Это могу, это могу. Короче, я знаю, что мне точно понадобится. Это хатьма. Надо ее купить. Но сперва что-то продать. Продать. Вот давай 8 штук я продам и куплю у тебя хатьму. Купить. 2 штуки могу. Ну вот на всю и покупаем. Купил 2 хатьмы. Теперь мне нужно алхимический стол. Погоди. Ну, прежде чем мы отправимся в алхимический стол, нам уже поднадоело, да, наверное, ходить с тобой бродить. Давай я предлагаю съездить на Сравезимский лес, либо... Ну, за медным горшком, либо рыцарский щит найти. Иранорис называется остров. Могу я отсюда куда-нибудь уплыть? Моряк. Так, моряк. Сервозимин. Звучит как лекарство, а не остров. Уведомление. Вы уверены? Да, я хочу туда отправиться. А, Сарвезмиан остров называется-то. Так, хорошо. И где-то здесь, я стою здесь, где-то на этом острове у нас спрятано что-то. Вот здесь вот у нас медный горшочек должен быть. Сарвезмианский лес. Окей. Медный горшок где-то здесь. Вот смотри, вот точка моя, это где я нахожусь. Теперь открываем квест. И вот тут вот на краю получается. На краю. Где-то. А, так наверное в доме вот в этом, да? Где ж ему еще-то быть? Привет, песель. Давай. Новый квест. Лесной домик. Этот старый дом Якимона в Сарвезмианском лесу. Он, скорее всего, пьет в южном порту Сарвезмиана. А, мне еще теперь в южный порт надо сбегать, чтобы достать этот ключ. Так, а у нас там был извозчик. Да, он был. Ну ладно, я сейчас сам добегу тогда до порта другого. Тут недалеко. Опа, бандюганы тут где-то встретились у меня, раз я меч достал. А, так вот он. Кия, кия. На тебе. Почти. Почти разобрался. Все. Выпотрошил ему кишки. Кишочечки. Ананаса. Ну все, вот он порт. Южный порт. О. Это, подожди, что-то не... Я вообще не в ту сторону пошел. Ладно, верблюда сейчас спасем, или там олень. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Больно. Еще один удар. И все. Олень, что ты тут делаешь? Ты свободен, беги. Ну ладно, не зря я сюда сходил, оленя хоть спас. Где здесь этот алкаш? Этот... Ой, тут... Ну вот, наверное, это он, да? Джекуэн. Попросить ключ от лесного домика. Он хочет получить бутылку ирнорианского вина. Ух ты ж, ё-моё, а где мне его взять? Все не так-то просто. О, мне придется, знаешь, куда? Иранорис. Остров Иранорис плыть. И мне туда, кстати, нужно за рыцарским щитом. Да, неплохо так. Перевозчик животных. Моряк. Так, ладно. Где? А, тут нету, смотри. Тут нету этого острова. Скорее всего, мне нужно заплыть вначале на какой-то другой остров. И уже с него на Ираниарский, или как он там, этот остров, плыть. Блин, тут квестари, короче, еще те кидалы. Из точки в точку мотают тебя. Чтобы один квест выполнить, надо выполнить еще 2 или 3 других квеста. Ну, ладно, попробуем это сделать. И с главного порта я попробую сейчас уплыть. Джульяна. Вот мне сюда, пожалуйста, можно? На Умбамавай. Фух, ну и название. Моряк и
все равно здесь нету, я не вижу этого острова. Ирибас, или как он там называется. В общем, тут плавать и плавать. Плавать и плавать. Квесты, конечно, тут еще те заноза в моей пятой точке. Алхимический столик вот тут вот у нас где-то спрятан. О, черный конь. А, нет, это собак. Черный конь. Так, значит, делаем лекарства. По несколько штук сразу. Две штучки нормально. А, больше нету. Делаем. Тут нету у нас вообще ничего. Все. Больше у меня ничего нету. Так, значит. Давай кого-нибудь тут попытаемся вылечить. По-быстренькому. Еще травы какие-нибудь собрать тут. И будем закругляться. Есть кого полечить? Вот конь. А, нет, пёсель. Доктор Финит. Нет, у меня... А, нет, есть Доктор Финит. Отлично, новый уровень. Снова дали здоровье, урон и скорость атаки. Круто. А ты кто такая, барышня? Безия. Безия. Найти зеркало. Новый квест какой-то. Ну ладно, давай. 1500 золота за то, что я найду зеркало какое-то. Окей. И на каком же острове находится твое зеркало? На острове Аридамамотои. Угу. Окей. О, котечка, у меня есть для тебя лекарство. Здорово. Ну что, парочку я уже вылечил и думаю, что... Вот, можно пёсля погладить. Думаю, что на сегодня этого достаточно. Хватит с меня лечения животных, сбора трав и воевания с бандитами, которые хотят украсть у меня медальон. В общем, если тебе понравилась эта игруха и ты хотел бы увидеть прохождение ее, то не забудь поставить лайк под этим видео и подписаться, чтобы не пропустить следующего видео. Ну а я с тобой прощаюсь, пока увидимся в следующем ролике.